Так, вот, ребята, проходят наши воскресные дни. Дмитрий Александрович работает, пытается починить веранду, пытается обшить линолеум старым все щели на веранде. Ну, а я здесь хочу приготовить что-нибудь, какой-нибудь ужин из картошечки. Слава Богу, есть у нас картошечка. Вот такой у нас воскресный день. Как всегда, все в работе. Вот она осень, ребята, вот она. Вот все. Листья желтые, сухие, с деревьев сыпятся. Все поубирали. Как будто бы ничего и не было, да? Только что цветочки цвели, а уже хожу вон, шуршу листвой. Только астрочки остались. Цветут астрочки, не подвергаются заморозкам. И пытается цвести хризантема. Хризантемка. Вот такая хризантемка мелкая, цветет. Бутончиков очень много. Не знаю, успеют они все зацвести, нет? Так что осень полным ходом вступила в права. Ну, я хочу сказать, погода теплая, ребята. Воздух теплый. На градуснике плюс 25. Просто ветер. Ветер. У нас край, где ветра осенью, это постоянно. Постоянное явление. Ветер, пыль. Но тепло. Такая погода. Ну, у нас, как всегда, раздрайв. Воскресный день у нас всегда рабочий дома, потому что у Димы один выходной. И в этот выходной он пытается сделать работу по ремонту, по строительству. Вот то, что он умеет, то, что по силам, по возможностям, из подручных материалов. Дима сейчас обшивает вот эту веранду, которая вся старая, в щелях. Но чтобы построить новую, это надо много средств. Опять же скажу, ребята, это все в будущем. Дай Бог, чтобы мы накопили такие деньги и могли все, что мы хотели здесь перестроить, изменить. Ну, а пока так, сейчас я вам покажу, что же делает наш дорогой Дмитрий Александрович в свой единственный выходной. Вот эту вот, значит, первую пристройку, когда мы входим с улицы, это у нас веранда, да, ну, по крайней мере, я ее называю верандой. Значит, вот здесь вот это все, ну, вот это, что обшито линолеум, оно было деревянное, в щелях, да, я как-то пыталась это запрятать. Но Дмитрий Александрович обнаружил у нас наш старый линолеум, который в хорошем состоянии. И вот этими кусочками он обшивает веранду. Ну, по крайней мере, это лучше, ребята, чем доски, щели, сквозь которые летела пыль, зимой снег. Я постоянно это убирала. Вот. И, наконец-то, Дима придумал выход из решения. Вот даже, видите, сбоку он обшил вот эту. Вот. И он вот это вот сегодня все обшивает. Вот сейчас он уже заканчивает. И я сейчас тут все уберу, подмету, все помою. Вот, повешу тюль на окошко. Ну, как-то так, как-то так. Сегодня, ребята, вот такие вот внизу у хризантемы взяли отросточки и посадили в горшок. Вот так вот хочу, чтобы дома стоял зимой, и за зиму вырастет, может, зацветет, не знаю. Такой эксперимент сделали. Да, ребят, вот такая она жизнь деревенская. Работа не кончается, работы много. И каждый день мы находим эту работу, и мы пытаемся придумать, что из чего нам сделать, что чем отремонтировать, как говорится, не имея средств, возможностей, но с каких-то подручных материалов. Но на сегодняшний день пока так. Видите, некогда на себя ни в зеркало посмотреть,
не привести в порядок. На улице ветер, я постоянно выхожу на улицу, поэтому, видите, я вся лохматая. Бессмысленно мне тут наводить красоту. Думаю, вы меня поймете, когда дома много работы, и ты с утра до вечера занят этой работой, погружен полностью в то, чтобы сделать как можно больше и лучше для своего дома, двора. Ну, я думаю, для тех, кто смотрит мои видео постоянно, вы понимаете, что... Не то, что вы понимаете, вы это все видите. Для тех, кто, конечно, первый раз зашел, возможно, вы не поймете, о чем речь, ребята. Для этого нужно увидеть мои видео изначально. Как мы переехали в деревню, купили этот домик, какой он был. Тогда вы поймете, о чем я говорю. Ну, а для тех моих дорогих подписчиков, извините, я рукой держу камеру, не штативом, камера трясется, потому что рука устала. Вообще, я устала. Я устала. Ну, я не жалуюсь, я не жалуюсь. Поэтому для моих постоянных подписчиков все понятно. Вы все видите, как у нас что меняется. Я надеюсь, ну, вы не осуждаете, не говорите, вот, мы ковыряемся на одном месте. Нет, ребята, я так не считаю, потому что сделано многое. Опять же, я скажу, сделано, не имея средств, не имея средств. Сделано бюджетно, сделано своими руками. Не имея опыта в ремонтах, в строительстве, понимаете? Мы это делаем сами, как умеем, как понимаем. Ну, поэтому вот так мы пытаемся облагораживать, обустраивать свой дом. И когда у нас будут появляться средства, конечно, мы будем вкладывать дальше, потому что у нас много задумок, планов. Мы не теряем надежды, что у нас, конечно, все получится, потому что, как говорится, надежда умирает последней. Вы со мной, думаю, согласитесь. Есть к чему стремиться, вот, поэтому на одном месте не сидим, двигаемся вперед, трудностей не боимся, потому что мы семья, потому что мы вместе, потому что мы друг друга поддерживаем, помогаем, я думаю, у нас все получится. Ну, а вам большое спасибо, что смотрите мои видео, что поддерживаете меня, за ваши добрые пожелания, вам огромное спасибо. Все, ребята, всем крепкого здоровья, удачи и доброй весны. Пока-пока. Так, Дима закончил. Я убрала, ребята. Все, Дима мне уже дрова принес печку топить. Все, все помыла, все убрала. Вот так вот обшил линолеумом вот эту стену, вон ту стену, потому что вы видели, в каком они были состоянии. Все, постирала, тюль повешала, все помыла. Так что немножечко верандочку немножечко в порядок привели.